Вот вы занимаетесь казачьим спасом. Скажите, что вам дают занятия казачьим спасом? Казачий спас прикоснуться к традициям, дает душевное равновесие, многие навыки получил здесь, которые нигде не получишь. Вообще это очень такая обширная система, когда к ней прикасаешься, понимаешь, что там просто неограниченный мир. И там можно совершенствоваться. Ну, отличается чем-то вот, казачий спас от бокса, там, борьбы, каких-то восточных единоборств, ваше мнение? Да, очень отличается. Я занимался боксом, занимался карате. Ну, скажу так, что прикладное, ну, для спорта, как спорт, да, карате, там, бокс, а для жизни, конечно, это не сравнимо. Потому что казачий спас, ну, это, скажем так, это он охватывает все явления жизни, то есть любые ситуации, которые могут возникать в жизни, они... Ну, а вам пригодился в жизни казачий спас, знания спаса? Ну, он, скажем, практически каждый день пригождается. Единственное, что я стараюсь не доводить ситуацию, когда вот конкретно именно боевые искусства нужно применять. То есть я занимаюсь не для того, чтобы на ком-то это показывать, а для своего, скажем так, самого развития. И если такая ситуация случится, я должен... Ну, вы уверены, что вы справитесь с любой ситуацией, которая возникнет? Я уверен в себе, а какая ситуация будет, я думаю, по мне она будет, я ее справлюсь. Если хорошо. Будет по мне.